В Краснодарском крае уже несколько лет существует проект формирования комфортной городской среды. В рамках его реализации в станице Смоленской обустроили парковую зону. Торжественную церемонию открытия посетили глава района Адан Джелим и глава смоленского сельского поселения Сергей Безуглов. Все это делается для людей, а самое главное для наших детей и внуков. Как говорит наш губернатор, люди должны себя чувствовать комфортно в своих поселениях. И мы будем предлагать все усилия, чтобы и дальше наши дети радовались, их глаза искрились, а наши души радовались за наших детей. Наконец-то мы сделали долгожданный парк наш. Я думаю, что это первый такой благоустроенный парк в нашем поселении, но не последний. Для детей герои любимых мультфильмов провели увлекательную шоу-программу. Открытие обновленного парка стало настоящим подарком для жителей поселения. Здесь есть детская игровая площадка, спортивное оборудование, пешеходные зоны, скамейки, яркие и пестрые клумбы. В таком уютном и ухоженном месте люди могут приятно провести время с семьей, заниматься спортом и просто отдыхать.